По меньшей мере, 19 человек погибли при исходе оползня, вызванного проливными дождями в колумбийском Манисалесе. Еще 6 считаются пропавшими без вести. Разрушены 75 домов, эвакуированы 400 семей. Всего от оползня пострадали порядка 25 городских районов. Местные власти уже приняли решение объявить в городе тревогу красного уровня. Также сообщается, что в Манисалес прибыл президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Он будет лично руководить спасательной операцией и оказанием помощи пострадавшим. Я почувствовала, как земля затряслась. Я услышала крики. Увидела мужчину, которого подхватил поток воды и унес в неизвестном направлении. Мы все пытались ему помочь, но ничего не вышло. Внезапно начали рушиться дома. Все происходило с невероятной скоростью.